Вы ждали более 3 лет возвращения этой легендарной рубрики. И да, ребята, прямо сегодня я рад вам сказать, что я камбэкаю рубрику под названием «Софт Патруль». И прямо сегодня мы их всех перебаним. Поэтому, братишка, если ты рад, прожми лайк и обязательно подпишись. Ну а мы начинаем! Опа! Добрый день, это пока на проводе. Прямо сегодня, ребятки, мы перебаним всех наглых читаков. Кто не знает, что мы делаем в этой рубрике, рассказываю вкратце, потому что я ее не снимал 3 года. Ну, всякое может быть. Вы мне скидываете видео читаков, а я их отправляю на банановые острова. Так что, ребята, если вам попался какой-то софтер, то отправляйте мне его или в ТГ по ссылочке в описании, или мне в ВК. Ну что же, а мы, ребята, переходим к нашей первой жертве. Ну что же, давайте смотреть. Пока что, ребята, ничего не предвещает беды. Ля-ля-ля, опа! Опа! Вы это видели? Монтажер, продублируй! Смотрим дальше. Так, ля-ля-ля, смотрите, да? Опа! Ну, как это называется? Ну, как это называется? А знаете, как это называется? Это называется путевочка на банановые острова. Потому что данный чел играет самым жестким и беспалевным софтом. Потому что он, ну, этот софт очень тяжело обнаружить. Но поверьте вы мне, я-то все обнаружу. Но знаете, почему я так доволен? Потому что данный софтер думал, что его никто не спалит. Но его настигла карма. Не только его, а весь его клан. Потому что абсолютно весь его клан играл софтом. И всех забанили у чела 3500 часов онлайна, и мы видим, за что заблокирован данный аккаунт. И так заблокировали абсолютно все аккаунты. Я просто в шоке, ребята, тут не только свежие аккаунты, аккаунт с ID на 5, аккаунт с ID, ну, на 14, на 14 чел поднял себе элиту при помощи софта. Но поверьте вы мне, ребята, добро всегда побеждает зло, и все эти софтеры, естественно, ребятки, отправились в бан. Тут у чела была вообще легенда, обалдеть. Но видите, как карма его тоже настигла, и все не забанены, кроме одного. Не забанен только этот чел, HiBoomer73. Ну, братанчик, к выходу этого видеоролика я очень постараюсь, так сказать, чтобы тебя, разработчики, проверили дополнительные пару раз. Потому что если мы посмотрим стату, хотя прям... А, ну он софт, смотрите, сколько карт, результат отменены. Смотрите, да это софт, это тоже софт, это тоже софт. Чел поднял элиту и в союзниках, и в ММе, по-любому при помощи софта. Поэтому, скорее всего, братик, жди тоже путевочку на банановые острова к твоим друзьям. Ну а мы, ребятки, идем дальше. Ну а тут мы, ребята, видим еще одного замечательного пассажира. Что вы понимали? Я такого софта очень давно не видел, потому что это софт, при помощи которого можно простреливать сквозь стенки. Да, качество очень плохое, но поверьте вы мне, этот пассажир тоже будет забанен. Вот мы видим, ай, красавчик-то какой, ай, красавчик такой. Ну что же, ребятки, а мы идем дальше. Смотря на этого молодого человека, как вы думаете, что у него в голове? Мне кажется, ребята, там пустота. Но вы посмотрите, что он умеет делать. Посмотрите. Магия! За 1 секунду замочил всю команду. Ну и прямо сейчас мы тоже немножко поколдуем. Все. Он в бане, родники вы мои. Посмотрите. Довольный-то какой. Довольный. Летает. Через стенки всех мочит. Думал, никто его не найдет. Не-не-не, братик. Мои подписчики тебя найдут. Ну что же, ребятки, не обращайте внимания на плохое качество, потому что тут, ребята, очень жесткий и наглый софтер. Ну что же. Да, качество тут плохое. Не у всех iPhone. У кого-то и Redmi... Xiaomi Redmi 4A. Поэтому все нормально. Вот мой подписчик бежит. Радуйся жизни. И на! Прострел от обоймина ему залетает. Ай-яй-яй-яй-яй. И знаете, в чем самый большой прикол? Я вижу его ID. И ты сейчас получишь бан. Мой ты маленький, да ты что? А мне же интересно, давайте сейчас проверим. Может, его уже забанили? И вот он наш пассажир. И знаете, что самое обидное? Посмотрите, посмотрите. Он еще не забанен, он не забанен. Он играл всего лишь 0,9 часов. Но я очень рад, что у него не как у прошлых софтеров по 1500 часов. То, что он, ну, буквально меньше часа играл и не испортил никому игру. Ох, обалдеть. То есть, получается, смотрите, у него все по нулям и в союзниках, и в ММе. Значит, делаем вывод, то, что он играл в режиме дуэль 2 на 2. Ну, раньше был такой режим, потому что у него все по нулям. Ну, или он все удалил статистику, я просто не понимаю, я дважды перепроверил ID. Я не знаю даже, как думаете, что это за чел? Напишите прямо сейчас в комментариях, потому что, ну, я реально хз, максимально подозрительный. Максимально, смотрите, все по нулям, ни одной каточки не сыграно. А давайте посмотрим стату просто, в общей статистике.
смотрю общую статистику, точность 1,9%. Я вообще не понимаю, посмотрите. Это просто какая-то жесть. То ли они в закрытом лобби играли, то ли еще что-то. Вот, посмотрите, М40. С М40 точность 7%. Короче, максимально странный чел, но то, что мы знаем точно, то, что он играл с софтом. И за это он отправляется на горячую путевочку в Египет на банановые острова. Давай, родной, улетай. Сейчас будете смеяться. Я вначале покажу профиль софтера, а потом видео. Посмотрите, вот чел уже забанен, все хорошо. У чела ранг Silver 2. То есть он играл с софтом и у него ранг Silver 2! Я не знаю, как? У чела Silver 2, просто мне кто-то объяснит, как можно было играть насколько плохо. То есть, вот прикиньте, насколько он должен быть тупом, что даже с софтом он прошел калибровку на Silver 2. Я вам сейчас покажу его видео. Снова же не обращайте внимания на качество. Давайте смотрим. Вот мой подписчик, родненький мой. Кстати, обратите внимание на счет. Счет 7-5. Подписчик почти победил еще 2 раунда, и он бы выиграл. И тут, опа! Прилетает вот такая вот маслина. Просто через стену. Чувак, если ты это смотришь, ты тупо дно, еще и бан получил, еще и стилером остался. Да, ребята, вам не показалось, но тут сейчас будет видосик, в котором есть целых 2 софтера. 2! Один летает, тут прямо сейчас видите этот пиксель, это один летающий софтер, а второй вот просто вот так вот берет и ставит жесткие вантапы. Ох, ребята. Просто, ну зачем ты это делаешь? Как же жестко он палится. Посмотрите, он стреляет с пистолета, как будто это М60. Я не знаю, как это возможно, что за дичь? Я просто в шоке. Обалдеть. Просто команда софтеров. А вот этот чел бустится. Но вы же знаете, то что у нас за буст тоже получают бан. Вы оба будете забанены. Сейчас самое интересное. Когда снимаю подобную рубрику, я все время проверяю, мало ли уже типов забанили. Вот смотрите, вот его ID. Вот его ID, чтобы не думали, что я придумал. Вот его ID, запомните его. Теперь мы перемещаемся в стендов 2. И вот профиль этого чела в стендофе. На первый взгляд вы смотрите и думаете: да не, ну типа, ентуха, может быть это софт на подмен ID? Потому что этот чел не может быть софтом. Посмотрите на его стату, он сильвер. Смотрите, видите, у него тут есть победа, есть поражение. Есть победа, поражение, да? А сейчас обратите внимание на один очень интересный факт. 3 сентября, Синстоун, 2 на 2, победа, у него была победа, да, 8-5, вы ничего странного не видите, да, все хорошо. Сейчас я вам покажу еще раз, да, реально все хорошо, это не пай. И на самом деле мне уже начало казаться, как будто я сошел с ума, но я провел небольшое расследование, и сейчас вы поймете, почему этот пассажир будет забанен. Но я просто в шоке, насколько умные читаки, то есть он, чел, играет все это время софтом и пытается не палиться. Но я, ребята, нашел. 15 августа наш дружочек отыграл счетом 5368 очков. И, естественно, ребята, он софт. Просто же понимали, он очень умный софт. Он пытается это скрыть. Возможно, даже сейчас софтом не играет. А, возможно, играет с беспаленным. Но, в любом случае, с этим разберутся разработчики. Я очень рад, что вы смогли его разоблачить. Потом, братик, жди банна сразу, ребята. Не переключай, не переключай, не переключай. Брат, это не реклама, это не реклама. То есть мне за это деньги не платили. Короче, братишка, смотри. Сейчас в связи с тем, что у Ютуба очень большие просадки, у Сидов очень большие просадки, я потихоньку перехожу на Twitch. И прямо сегодня будет стрим. Потом, братик, просто подпишись на мой Twitch по ссылочке в описании. Если тебе интересен я тебе, надеюсь, по-любому интересен. И потом возвращайся обратно, досматривай дальше видосик. Ссылочки снизу, первая ссылка. И на ТГ тоже можно подписаться. Вторая ссылочка, там вся инфа. Ну что же, ребятки, и вот наша очередная жертва. Давайте внимательно посмотрим, что же у нас происходит. Мой подписчик играет, никого не трогает, но, кажись, сейчас что-то будет. Вот поверьте мне, сейчас точно что-то будет. Мой тиммейт бегает, радуется жизни, и сейчас ему прилетает внезапная маслина от чела по имени Буст. 300 рублей! Братва, а как вы думаете, стоит ли такой Буст покупать или нет? Вот посмотрите, вот чел, вот видите, вот чел продает Буст по 300 рублей. Знаете, что я вам скажу? Конечно же нет, потому что этот молодой человек уже забанен. Да, он поднял себе элиту. Скорее всего, он поднял элиту за один день. Но он... 98 КД!
Этот чел, походу, вообще не понимает, что ему, ну, не надо палиться. Я про шоке. Давайте посмотрим историю матчей. Ну, относительно, ну, сколько, месяц назад он играл, да? Просто посмотрите, видите? Он играл на первых местах, тащил буст в ЛС и так далее. А потом, если бы вы играли вместе с ним, вам бы отменили бы катку, то есть результат отменены и забрали по ММР. И помимо этого, вас бы еще, ребятки, забанили. Поэтому мой вам совет, никогда, ни при каких обстоятельствах, не надо играть с софтом. Бывает, ребята, такое, что ты играешь, просто играешь со союзники, никого не трогаешь, и, к сожалению, против вас попадается софт. И, конечно же, в таких ситуациях вам на помощь придет Кент ПК. Поверьте мне, этого пассажира я точно забаню. Посмотрите, это он с дигла стреляет. Монтажер, просто сделай, пожалуйста, повтор кадра и увеличь крупным планом. Просто стреляет, чел! Думает, как будто он беспалевный. Братик, ты испалился. Ошалеть! Ну просто посмотрите. Чел, вообще все равно. Я понимаю, есть читеры, которые беспалевны. А, кстати, да. А сейчас мы с вами поговорим про беспалевного читера, который попался против меня. Вот сейчас, ребята, будет реально весело. Просто посмотрите. Это беспалевный софт, но я говорю вам сразу, это 100% софт. Этот чел попался на стриме. Сейчас перемещаемся монтажом. Ребята, чтобы понимали, прямо сейчас против нас попался читер. Это был обычный стрим. Вот его стата. Я думаю, всем будет все понятно. У чела 15 часов онлайна, 15 кд. И поражений нету. Но знаете, что самое обидное? У этого чела беспаленные читы. То есть он через стенки не стреляет. Он просто, он играет, как будто обычный игрок. Но это точно не обычный игрок, это 100% софт. Вот, посмотрите. Ну вы это видели? Ну это невозможно! И вот самое обидное, что у таких читаков банить тяжелее всего, потому что они маскируются под нормальных игроков. Можно подумать, что такой-то жесткий киберспортсмен. Но, ребят, 12 кд играет чел. Ну, я надеюсь, вы понимаете, что это 100% софт. Поэтому, братик, ты улетаешь. Он пишет, смотри, что пишет. Ты нубик, играть научись. Поэтому, братва, этот противник улетает на банановые острова. Братанчик, желаю тебе теплой погоды. И знаете, что самое обидное? Что его еще не забанили. Вот он, ребята, вот. Как обычно, 29 часов наш пассажир. Посмотри, одни победы. Чел, красава, еще не забанили. Знаете, почему не забанили? Потому что бан происходит в течение 3 дней. И у софта есть 3 дня пожить. Ха-ха-ха! Он живет меньше бабочки. Или как, меньше гусеницы вспомнил. Посмотрите, он даже в каком-то клане состоит. Слушай, а мне вот интересно, а вдруг это весь клан софтеров? Как думаете? Давайте проверим, ребят, небольшая проверочка. Потому что если это весь клан софтеров, то придется их тоже забанить. Сейчас проверим. А ну-ка. Но, типа, я не могу сказать, что это тоже софтеры, да? Но я не могу сказать, что это софтеры. Обратите внимание. Ну, реально не могу сказать, видите? А ну-ка, давайте проверим еще вот этого чела. Unlucky. Такой неудачливый. Но этот чел похож на софтера. Посмотрите, опять 25 часов онлайна, 8 кд. Вот этот чел, скорее всего, софт. Да, я думаю, скорее всего, он софт и 11 на 3 играет. Ну да, да, я думаю, это софт. Видите? Вот так вот мы разоблачили, по всей видимости, еще один клан софтера. Поэтому этого молодого человека мы тоже, ребятки, перепроверим. И если он софтер, он получит бан. Ну а прямо сейчас будет моя самая любимая категория софтеров, потому что их обнаружить тяжелее всего. То есть они не через стенки не стреляют специально, чтобы их сразу не забанили. Но просто обратите внимание, как они играют. Просто мой чел бегает, радуется жизни, сейчас первая пуля. Просто первая пуля, вот так. Вот просто сейчас влетит ему, чекайте. Все, первая пуля, нема чела, нема! Вот таких челов забанить тяжелее всего. Но вы, ребятки, пожалуйста, снимайте видео и в обязательном порядке отправляйте это видео мне. Потому что без видео их нереально забанить. Видите, вот этого софтера без видос нереально забанить. Но мой подписчик записал видео. И, конечно же, этот софтер улетит на банановые острова. И, конечно же, этот пассажир уже улетел на банановые острова. У него, единственное, ник немножко заблюрен, потому что там запретные циферки, скажем так. Ха-ха-ха. Слушай, а давайте сейчас пробуем найти их клан, потому что они играли вдвоем два чела с клана. Мне кажется, там весь бущенный клан, и они всегда играли с софтом. Давайте проверим их клан. Ну а вот этот клан, который играл вместе с софтом. Давайте посмотрим, ребята, на их статистику. Это тупо нубы! Просто! И обратите внимание, просто какие же они нубы. Чисто бронзы. Вот понимаете, вот челы, у чела в руки растут не с того места и решили играть с софтом, походу, да? Ха-ха-ха! Ошалеть, пацаны! Я вам сочувствую. Ну ладно, ребятки, а мы идем дальше смотреть нашу любимую рубрику «В мире животных». Ну а теперь мы, ребятки, посмотрим, что же делать, если хочется играть с крутыми скинами, но у тебя их нет. Люди просто качают софт. Понимаете? Вас за это забанят. Вы поиграете с этим долбанным пикселем, вас забанят. Никогда! Не качайте это. Вот у чела Керголд, видели? Смотри, Алих ТХ! Скинченджер? У тебя откуда в МТХ? Еще смотри, еще сейчас будет чармик. Откуда у тебя в МТХ?
Чач Почмак. Да, да, да. Ну а тут, ребятки, наш очередной пассажир, посмотрите. А, через стеночки шмаляет. Ребят, я извиняюсь за плохое качество, но этот молодой человек отправляется на банановые острова. Ребятки, ну как и обещал. Ха-ха-ха-ха-ха. Щавель монстр, он уже ник поменял. Уже на банановых островах отдыхает где-то там. Ну че, погнали дальше. Ну а прямо сейчас, ребятки, будет наш софтер-рекордсмен. Знаете, почему рекордсмен? Потому что он прожил софтом дольше всего. Давайте внимательно посмотрим, что происходит. Минута разминки. Чел просто, не теряя ни секунды времени. Хэдыщ! И прописал маслину. Слушай, мне же интересно, давайте я вам покажу его профиль, чтобы вы поняли, почему он рекордсмен. А во-вторых, посмотрим его клан. А в-третьих, давайте посмотрим видеозапись дальше. Мало ли, куда лах, пролагивание, FPS и так далее. Ну, я думаю, вы все понимаете. Это точно не лах. Ну и вот, ребятки, как я говорил, его профиль. 476 кд! Это просто софтер и рекордсмен. Он прожил дольше всех. Ну а потом он, ребят, отправился на банановые острова. Ха-ха-ха, к праотцам просто. Вот что бывает, если вы играете софтом. Поэтому, ребята, даже не думайте. Просто посмотрите. 92% побед. Ай-яй-яй-яй. 17 кд. Просто подумайте, скольким же игрокам этот чел испортил игру? 476 кд! Мама дорогая, чувак, за 7 часов 223 кд в общей статистике. Вот как можно было? Вот на сколько часто играть с софтом? Обалдеть. Посмотрите, просто. И он играл в ММ, он поднялся, даже успел поднять себе Феникса. Ну а потом, ребята, увы, ах. Так, ну а теперь давайте чекнем клан, в котором он состоял. Потому что чаще всего люди, которые принимают в клан софтера, они об этом знают. Они тоже софтеры. Чуть у меня есть такие подозрения, что это клан читера. Посмотрите, даже название клана с ошибкой. Мужской клан. Они, наверное, имели в виду мужской клан. Капелла! Смотрите, аккаунт номер один. Час. И я думаю, уже все неактивный. Дальше, второй аккаунт. 250 часов. Посмотри, не тупо. У чела не проигрыши. Теперь понятно, что они бустились вместе с софтерами. Вот и чел, давайте чекнем. Смотрите, тоже одни поражения. Какие же вы дно. Без софта вы тупо ноль. А, вот чел, смотрите, вот чел улетел в бан. Вот, видите. Вот, красава чел. Еще 17 сентября играл. Я не знаю, когда вы это видео посмотрите, но для меня это буквально пару дней назад он играл. Ну, а теперь тоже уже в бане. Просто весь клан их перебанен. Поэтому, ребята, я вам говорю так. Не надо никогда в жизни бустить со софтером, иначе вас тоже забанят. Я вам отвечаю. Даже если вас не забанят, у вас отберут ММР обратно 100%, поэтому даже не думайте. Но этот видосик мне скинул тоже мой подписчик. Давайте посмотрим. Мой подписчик, посмотрите. Авенспорт 2, если я говорю, это не софтерский, я его знаю, это его. На! Чел с авиком Спорт В2. Через стенку. Прыжки еще. Ноузум. Мой подписчик сразу мы написал пару приятных. Монтажер лучше, думаю, заблюри такое. Смотрим дальше. На! Ну, ребят, я думаю, все очевидно. Смотрите, в чем прикол. У этого чела есть медаль ветерана, у него ID на единичку. Чувак, ты просто угробил свой аккаунт. Сочувствую, что сказать! Он отправляется на банановые острова. Ну что же, мои уважаемые подписчики? У меня прям сейчас будет стрим на Твиче, там, где я буду банить читера в режиме реального времени. Потом, братишки, приходи, подписывайся на мой Твич. Ты очень сильно меня поддержишь. На мой ТГ! Там я разыгрываю 5 костерей голды и плюс софтеров. Обязательно скидывайте мне или в ТГ, или скидывайте мне, пожалуйста, в ВК. Все нужные ссылочки есть в описании. С вами был ваш Кентуха. Никогда не играйте с софтом. Всех обнял, приподнял. Всем удачки и всем пока-пока. Ставь лайк, подписку, если ты против софтов.